Приветствую вас. И отвечая на первый вопрос, почему девушки уходили, значит, я вам хотел бы сказать следующее. По-видимому, у вас слишком высокие требования к себе, и, по-видимому, у вас довольно высокие требования к девушке, в частности, скорее всего, это склонность к регламентации, к планированию, к некому идеалу правильной жизни, к ответственности и вот такой вот некой определенности. Тогда как сами девушки, они, ну, собственно, вступают в отношения в первый раз и, будучи младше вас, чувствовали, что в такой чрезмерной определенности, излишней регламентированности своей жизни с молодым человеком не готовы. В силу возраста, в силу опыта, в силу зрелости, в силу развития. И именно поэтому они чувствовали, что не могут дать вам того, чего вы от них хотели. И здесь идет как бы двухфакторная тенденция. С одной стороны, девушка понимает, что ей не то чтобы тяжело, ей не то чтобы плохо с вами. Просто все определено с вами, все понятно, все предсказуемо и так далее. И она хочет чего-то другого. Хочет попробовать что-то другое. С другой стороны, она понимает, что в силу своего развития, в силу возраста, не может дать вам того, чего вы от нее ждете. А вы от нее ждете, это чувствуется, это даже по тексту чувствуется. Вот. И не выдерживает ответственности рядом с вами и уходит. Почему она хочет вернуться? Потому что уходит, как правило, к другим, менее ответственным, дающим больше свободы, может быть, но менее стабильным, менее определенным, менее серьезным и так далее. И все поддается в сравнении. И в сравнении девушка понимает, что, в общем-то, с вами ей было гораздо лучше. И поэтому хочет вернуться, потому что у женщин сильно развито влечение к стабильности, к определенности и так далее. Естественно, с поправки на возраст. И поэтому они хотят к вам вернуться, понимая, что, в общем-то, с вами было здорово, а они просто ошибались и были глупыми. Опять же, для того же, что их отношения с вами были в первый раз. Стоит ли начинать такие отношения второй раз? Значит, пишите вы. Значит, да, стоит, если видите, что девочка действительно раскаивается, если видите, что девочка действительно изменила свое поведение, если видите, что у девочки действительно произошло понимание, то да, в такой ситуации, безусловно, стоит начать отношения второй раз. В таких ситуациях, безусловно, стоит попробовать с ней вновь построить отношения, при условии, что вы чувствуете с ее стороны любовь, понимание, ласку, как бы раскаяние обязательно и так далее. Обязательно в этом контексте вам нужно вот то, что вы написали, да, то есть, если предал один раз, предал бы второй раз. Вот этот вот вопрос вам нужно, ну, желательно задать девушке, когда она хочет вернуться к вам, и спросить ее, ну вот как мне тебе доверять, если один раз ты меня уже бросил, и послушать, что она вам скажет. Если вас это убедит, если вы почувствуете вот на чувственном уровне, то она говорит искренне,
то она верит в то, что говорит, то она хочет, если почувствуете, увидите в ее глазах блеск, увидите в ее глазах огонь. Ну, отношения попробовать стоит. Они будут ничем не хуже и не лучше тех, что у вас были до этого. Если девушка вас бросит, то не потому, что ей что-то надоест, а по другой причине. От которой, кстати говоря, никто не застрахован. То есть, нельзя рассчитывать на стабильность в отношениях, когда дело касается людей. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. И выходом, вариантом коррекции вашего поведения здесь может быть только выбор более старших категорий девушек, либо изменение отношения к себе и к партнеру. То есть анализ того, что девушке может не нравиться, и все-таки ориентация по большому счету именно на нее, а не на свое представление о совместной жизни. Ну, как бы мне показалось, что вы действуете, исходя из своих представлений. Я, конечно, понимаю, что могу ошибаться, и понимаю, что, может быть, это и не так. Но, тем не менее, если девушка уходила, значит, что-то им не надо. Вот это что-то нужно найти, проанализировать, выявить, чтобы вы хотя бы имели это в виду, чтобы не обязательно исправляли, но чтобы хотя бы, вот это было в поле внимания, чтобы вы понимали, почему девочка может от вас уйти, и, возможно, меньше бы переживали из-за того, что ваши отношения не получились, потому что, ну, чисто по-человечески вас можно понять. Вы стараетесь, а потом раз или два она говорит, что хочет уйти. Это действительно очень тяжело. И если вы увидите причины, по которым девушка от вас выходит, ну, может быть, вам будет легче и переживать будет не так. Я не говорю обязательно, чтобы вы прям вот меняли что-то в себе. Может быть, вы не хотите этого делать. Да, никто заставляет подобных вещей как бы реализовывать не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.